Шеф! Защищать. Ну что, Харитон, ты гордишься собой? Что вы ему там наплели с Ларисой и Зинаидой? От тебя, сынок, я такой доверчивости не ожидал. Заткнись! Ты копался у меня в башке и стер мои воспоминания. Я что, игрушка тебе, как другие люди, подключенные к коллективу? Ты кем себя, сука, возомнил? Тише, Сергей. Ты на нервах запутался, я тебя не виню. Но ты, Харитон, ты же должен был помочь мальчику, а вместо этого используешь его как марионетку. Это я-то? Не вздумай валить все на меня. Я никогда не мечтал разом лишить всех людей воли, впаривая им пустышки с экрана. И никогда я не мечтал стать говорящим куском слизи. Признай, что рад случившемуся. Признай, что используешь все, что попадется на глаза, лишь бы добиться своей цели. И меня, и своего агента. Не смей! Я потерял вас обоих, а затем спас и с чудом! Ты мой лучший друг, Харитон. А майор, он же мне вообще как сын! А эти две, наверное, как дочери, да? А все, кого ты подключишь к коллективу и чьими мыслями будешь управлять, они для тебя кто? Толпа приемных детей? Дима, для тебя все это лишь ресурс, который ты используешь. Я хотел дать людям невероятное будущее! Проложить им дорогу к звездам, к невозможным свершениям! Да заткнулись оба! А ты руки подними, волшебник хренов, и скажи этим, чтобы отошли! Считай до трех! Раз! Мне жаль. Два! Мне жаль, что вы сами довели до этого и даже не пытаетесь решить все по-людски. Я не дам вам встать на пути прогресса. Правая и левая. Пресечь. Mm-hmm.